Друзья, привет! Вы на канале Леди Ди. Я, что там у тебя? Вот. Да. У тебя рождественский календарь? Да. А покажи его, ребята. Вот. Ребят, смотрите, и вот бумажка. Такой у нас календарик. Да, бумажка, да. Дяшка сейчас хочет посмотреть, что там. Она первый раз такой календарик открывает. И решила вам показать. Давай, что там еще внутри? Ну, открывай окошечки. Диан, видишь, тут много окошечек. Вот, по номерам. Да. Где? Ищи номер один. Циферку один найди. Вот один, Диан. Вот один. Видишь? Открывай окошечко номер один. Что там? Давай. Давай, открывай. Вот так. Помочь? Так, и что там? Ой, а там шоколадная звездочка, да? Здорово? Я хочу ее съесть. Ну, доставай. Ням-ням. А да, есть мой. Ну, там в каждом окошечке что-то, какие-то конфетки лежат. Какой-то формы. Я не могу показать. Мы едем к бабушке в гости сейчас. Из Дианы. Уже темнеет. Солнышко. Да. Солнышко садится, да. И пробки, как всегда. Давай я тебе достану, хочешь? Здесь шоколадная звездочка. Да, у нас здесь шоколадная звездочка. Ты что, достаешь? Да. Достану. Покажешь еще, какие там у тебя конфетки есть? Да, покажу. Там еще один и есть какая-то конфеточка. Ой, машина так. Опа. Машина. Палец застрял, держи коробку. Вот, ребята, шоколадная звездочка. Давай, Дяш, пробуй. Вкусно? А, вкусняшка, да? Сейчас у бабушки не будешь уже ужинать. Бабушка будет маму ругать, что ты не покушала. Что ты сладостей наелась. Да? Откроешь? Давай еще какое-то окошечко откроем, посмотрим, что там. Давай теперь номер два. Вот циферка 2, да? Какая там у нас конфетка? А здесь уточка. Какое-то животное. Давай достанем, посмотрим. Уточка. Уточка, думаешь? Нет, сейчас посмотрим. Что-то. Может, там зайчик какой-то? Зайчик. Ой. Ой. А, достали. Опа. Уточка. Ди, ты молодец. Я сразу поняла, что это уточка. Уточка. Здорово. Ну что, нравится тебе такой календарик, Дяша? Да. Интересный, да? Ну что, ребят, вот показали мы вам календарик. Да, Дианочка? Симпатичный такой. Ну что, пока-пока, до новых встреч. Ди, помаши ручкой, ребята. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, будьте с нами. Пока. Вот еще и коньки такие попались. Спасибо.